Доброго времени суток, друзья, с вами Аиф, и добро пожаловать в Open Beta Star Wars Battlefront 2. Так, ну и нам с вами предлагают сразу сыграть в мультиплеер или в аркаду. Ну давайте мы с вами посмотрим, что у нас по мультиплееру. Так, ассальты, страйки. Окей, ну... Ну, давайте мы страйк попробуем с вами сыграть. Это у нас Open Beta на PS4. Так, спасибо, что играете в бету. Так, мы из Castle. Окей. Так вот, Дана. Ну, графика на первый взгляд приятная. Сейчас посмотрим, какая она будет в самой игре, но, как по мне, графика приятная. Так, нам предлагают с вами воина сделать... так, хэви... Специалист... Не, хэви, по-моему, самый топовый. Да. Что по... оружию? Оружие у нас на R2 меняется. Ага. Ну, то есть, типа... Эта штука хуже. Хорошо. Мы начнем с вами как хэви. Так, типа. Окей, ну у нас с вами нет этих карт еще, я так понимаю. Что у нас по деталям способности? Ничего полезного. Хорошо, через 4 секунды мы с вами начинаем. Одна. К сожалению, да, бета-версия у нас с вами на английском языке исключительно. Ну пойдемте. Так, мне интересно. Для начала посмотреть, работает ли здесь что-нибудь с точки зрения какого-нибудь аима, или нам здесь нужно будет с вами... Ой. Или вам... Охрененно. А, возврат к точке задания. Охрененно. Так. Окей. Ладно, надо привыкнуть ко всему этому делу. Так, не-не-не-не-не. Нас сейчас закинет за других, я так понимаю. Или что, как это дело работает? Я не играл в первый Star Wars, в принципе. Я помню несколько геймплеев, конечно, по этой игре. Но надо привыкнуть. К этому делу надо привыкнуть. Так, и нас с вами выкинуло. Окей. Окей, давайте мы с вами тогда мультиплеер страйк, попыточку номер 2 сделаем. Я что-то не очень понял, что там нам надо было с вами делать. Ну да ладно, сейчас мы с вами привыкнем ко всему этому. Я думаю. Довольно-таки долгие подгрузочки, конечно. Но графика на первый взгляд приятная. Ну, типа, давайте мы будем ассальтом. Нулевой уровень у нас с вами. Так. Ага, это позволяет менять оружие. Окей. Ага, это позволяет гранату кинуть. Ага, это прицел. Хорошо. Побежали. Нам с вами надо занять эту точку. И защищать ее теперь. О, вау. О. Конечно, нас с вами положили. Окей. Да, 5 секунд. Мы с вами ждем. Нам надо... Ух, ни хрена себе. Надо привыкнуть, кто здесь враг, а кто нет. Пойдемте. Так. Надо привыкнуть. И... Что-то, как я хочу заметить, никакого... Никакой даже помощи в наводке я не вижу.
Даже намека на помощь наводки я не вижу. Вау! Жесть. Ну хорошо. У нас 11 жизней, я так понимаю, осталось, или что? Что все это дело обозначает вообще? Так, это наши. Так. Жесть. Ну, конечно, да. 170 кп мы ему оставили. Да, надо привыкнуть к тому, что здесь нет никакой автоматической доводки. Может, она есть в настройках, я не знаю. Но посмотрим. Нам надо теперь ту зону забирать. Вон там. Или тут есть какая-то слабая помощь доводки? Я вот что не могу понять. Такое ощущение, что местами все же помощь в доводке как-то есть. Может, мне кажется, конечно. Трудно сказать. Да, скорее всего, мне кажется. Нас сами в спину забирают. Специалист. Поражение. Ну, что я могу сказать? Графика довольно-таки приятная. Графика приятная. Но привыкнуть надо. К управлению, как-то там текстурки подрисовываются сейчас странно. 27 фрагов. Да. Мы сами чуть-чуть опыта получаем. Next round start через минуту. Хорошо, что у нас тут по челленджам? Как-то... Прогресс... Так, играть как Assault Trooper 10 минут на мультиплеерской карте. Continue. Так, Assault Heavy... Ну, нам надо... Это вот, это, кстати, вот, снайпер. Давайте попробуем за снайпера. Я думаю, все же за снайпера должно быть проще. Так, давайте по оружию, что у нее тут есть. Так, то есть... дамаг у этой штуки больше. На одну полосочку. Но зато вот тут некоторые кулинг-пауэры. Ну, пусть будет со стандартом. Ух, ни хрена себе. Но у нас недоступны эти очки. Поэтому мы с вами только за специалиста и сможем поиграть. 10 секунд остается. Ну, смотрится она прикольно. Посмотрим, как эта оптика сейчас работает в деле. Какая-то доводка, походу, присутствует. Очень маленькая. Ну, текстурки подгружаются. Так, снайпа. Опа. Ну, то есть мы с вами... Дефет. Так. Не, какая-то мелкая помощь в доводке да есть. Вот, да. Ох ты ж. Ах. Ой-ой-ой. Надо перезаряжаться. Давайте, скушайте мою гранату. До свидания. Ну, конечно, да. Выглядит это дело прикольно, и надо сейчас привыкнуть нам. Воу-воу. Да, нас сами положил. Окей. 5 секунд, очередной респаун. 92. Это количество жизни, которое осталось у этих противников.
Для респауна, или как это понимать? О! Ну, кстати, какая-то мелкая хелпа, походу, доработает. В айминге. Именно как доводочка. Чуть-чуть. Но это надо привыкнуть к такой. Ой-ой, нас с вами со снайперки как-то жестко положили. Хорошо, побежали. Так. Там, вон. Вот это-то мне уже нравится. То есть доводочка срабатывает до той части тела, возле которой находится прицел, более-менее. Окей. Будем учитывать. Вау. Ну вот это жестко. Как-то со снайпой мы не туда полезли, куда надо. Так, ну, нам надо защищать это дело. Нам бы по-хорошему с вами позицию какую-нибудь нормальную, где можно было со снайпой нормально орудовать бы. На такой позиции я особо что-то не наблюдаю. Так, вон там. Так. Там вот есть далеко. Это дело мы с вами уничтожаем. Хорошо. Вот это неприятно, мы ему, конечно, просадили сейчас с вами. Вау. Хорошо. Надо максимально быстро сейчас отрезаться. Нам с вами. Пойдемте. Атаковать, защищать. Вот, вот это было хорошо. Ага, есть вот такой удар у нас с вами. Ух. То есть доводочка... Хелпа в доводочке есть. Так. Откуда тут кто взялся? Ага. Мы продамажили эту. Так. Нам надо... Ну вот, кстати, мы с вами, друзья мои, и разыгрались. Более-менее привыкли. К тому, как работает здесь доводочка. Более-менее привыкли. Ух. Ай-яй. Так. Это наш. Не гей. Ну, то есть снайпа нам с вами... А, это наш был. Нам надо вот этот объект теперь защищать. Жесть. Что по жести? Да, конечно.
Вау. Мы с вами мгновенно почти отреспаунились. Хорошо. Артефакт какой-то защищать нам с вами надо. Так. Так. Полежу. И нас с вами забрали. Хорошо. Довольно-таки неплохо выглядит все это дело. Текстурки, конечно, прорисовываются, но графику вы можете видеть сами. Для консолей эта графика нормальная. Так. Так, что это? Кто это тут бегает? О, вау, нас с вами вантапнули. Интересно. Нам надо пакеты эти также сохранять. Да ладно. Да, это поражение. Успела она довести пакет. Да, друзья мои, довольно-таки интересно, интересно это дело все выглядит, но мы сейчас с вами попробуем еще посмотреть и другие режимы, какие здесь есть. Так, ну типа он самый лучший, понятно, кто бы сомневался. А мы с вами получаем... Вау. Третий уровень мы с вами получаем, хорошо. Так, нам надо выходить отсюда, из этого дела, и интересно посмотреть, что у нас будет с точки зрения машинок, ну как, техники. И посмотрим, что нам предложит сюжетная кампания, так называемая. Вроде как к ней здесь есть тоже чуть-чуть доступа, самую малость. К сюжетной кампании, это дело мы сейчас с вами посмотрим. Ну, подгрузки какие-то долгие довольно-таки, определенно. Ну вот, все. Ага, мы с вами еще два кейсика можем открыть. Ну, давайте мы это дело откроем. Почему нет? Давайте мы откроем эти два кейсика. Так, ну, приобрести специальный стартовый пакет. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут будет. Ага, новое оружие. Трэпмайн какой-то. MVP Select. Ну, вот это дело мне, наверное... Ага. Волкан. А вот это дело мы с вами только что получили. Ну, давайте посмотрим. Так, и у нас с вами еще Daily Case остался. Что нам из него упадет? Ну-ка. Ага. Трехпатронка. Интересно. Ну, типа, я не знаю, что это. Ну ладно. Опа. Опа. Вот эта штука какая-то интересная. Ну-ка, а что у нас для нее? Но мы ее должны только крафтить. У нас для нее выпала вроде как модификация какая-то. Но мы эту штуку должны сами крафтить. Окей, хорошо. Гейсики мы сами пооткрывали. Стартер-паки мы пока никакие сами не будем смотреть. Ну, мультиплеер. Вот есть кампейн. Давайте посмотрим, что это дело нам даст с вами. Вартес.
The Empire will assault the very foundation of the rebels' pathetic belief in themselves. Да, к сожалению, без перевода все будет очень проблемно, но ладно. What is the source of their belief? Hope. Correct. This messenger's presence is a great honor, one I choose to share with my daughter. Admiral Versio, Operation Cinder is to begin at once. Resistance, rebellion, defiance. These are concepts. Ну, как вы можете видеть, графика довольно-таки прикольная, довольно-таки на хорошем уровне. You are but one of many tools by which these ideas shall be burned away. Heed my messenger. Это дело у нас никак сами не скипается, ну ладно. Command of our emperor and the first step in securing our future. Inferno. Первая цель безопасности. Хорошо. What's our target? You are not verified. That information can wait. For now. Here are next assignments. They are unusual. But these are unusual times. Хорошо. Go, Commander. Do what you do best. В ноябре, то есть это, я так понимаю, мы с вами можем посмотреть ролик. То, что будет. А в саму компанию нам с вами поиграть, конечно же, не дадут. Кто бы сомневался. Так, ну аркада это уже больше для тех, кто играет вместе. Давайте мы с вами посмотрим какой-то Галактика Саульт. Как это дело здесь будет реализовано, потому что страйк мы с вами посмотрели и выглядит это дело неплохо. Привыкнуть к нему, конечно, надо, но да ладно. Но загрузки определенно какие-то долгие. Так, так. Ну, типа, давайте попробуем за специалистов. Игроков нужно 10, игроков нужно 9, 8, 7, 6. Почти как таймер. Ну, как-то люди не очень хотят играть в этот режим. 5, 6, кто-то ливнул. Хорошо, давайте мы с вами посмотрим по модификациям оружия, что у нас тут есть с вами. Ага. То есть это дело мы с вами еще скрафтить не можем. Угу. Двойной зум тоже. Вот, вот это дело тоже мы не можем с вами скрафтить. Хорошо. Матч начнется через целую минуту. Так, давайте посмотрим способности, что у нас тут есть. Шоковая граната. Какие-то бинокуляры на R1 это дело у нас будет. L1, R1 это infiltration. Ага. То есть мы как-то сможем с вами стать невидимыми для сканеров противника. Powerful Medium Rage Weapon. Хорошо. 20 секунд. Что у нас тут? Battle Point эти. О-о-о, вот это уже интересный какой-то персонажик. Но все это дело стоит какие-то Battle Point. А у нас с вами последних 0. Ну, наконец-то. Другая карта. О, ни хрена себе. Так.
Так, R2. Так, ну типа... Ага, прицел тоже есть. И у нас эта мультиштука тоже работает. О, мы кого-то сами положили. У нас 30%. Еще кого-то даже положили. То есть после того, как мы кого-то убиваем... И нас с вами убивают. Хорошо. 10 секунд здесь респаун. Ну вот это долго, это неприятно, друзья мои. 10 против 5. Так, ладно, пойдемте. Нам надо то дело защищать. Надо привыкнуть к тому, что мы теперь не за людей, а за машины. Так. Так, так. Ни хрена себе, он быстро перемещается. Давайте мы ему гранатку туда закинем. Так. Так, 62% дамага. Да, надо было... О, вау. Хорошо, 3 секунды. Вот это уже нормально. Ну, конечно, управление тоже начинает сразу различаться. Чуть-чуть. Так. Ну, что-то я никого не вижу. Ага. Ага, это дело у нас будет с вами ускорять. Окей. Это дело позволяет ускоренную перезарядочку сделать нам с вами. Так, я видел вот там. О, нас со спины положили. 10 секунд. 8, 7. Когда целая группа собирается, мы с вами инстант респаунимся. Там люди просто бегают. Да, это просто текстурки. Хорошо. Откуда? А, окей. Просто игра от респауна до респауна, не более. Довольно надо привыкать ко всему этому делу. Чтобы играть в это дело на высоком уровне. Но, друзья мои, выглядит это дело определенно красиво. Так. С точки зрения графики, я вообще пока не вижу никаких особых проблем. Все сделано в стиле Electronic Arts. Так. Там нам с вами надо было что-то атаковать. Так. Тут
Тут еще какие-то топовые перекаты есть. Все дела. Так, а это наш был. Так, а вот это уже не наш. Так, там тоже не наш. Вот это нормально. Так, друзья мои, у нас спины кто-то. Офигенно. Да, какая-то доводка есть. Жесть, их там двое было. Окей. Все, полная группа собралась. И снова респаун. Ну да, привыкнуть, друзья мои, к этой... К этому управлению можно вполне. Но непривычно то, что на консолях нет автоайминга. Ну или же полноценной автодоводки, как это... Было реализовано, какой-то он жесткий. Ладно. Я даже понимаю, кто будет MVP, кто получит MVP здесь. Потому что он реально шарит, как играть. Так. Кто там, что там пытается против этого дела противостоять? Ух. Да. Так, ну у нас вот это вот суть основная. Нам надо следовать. Так. Охрененно. Ага, он там стоит. 10 секунд. Ну, мы сейчас быстро. Я думаю, сейчас еще один чувак появится. У нас должно... Да, максимально быстро дефнуть. Ну, а пока мы с вами можем, в принципе, оценить графику. Но она нормальная. И это нормальная графика. Так. Так, там кто-то атаковал нас в транспорт. Это не... Так. Охрененно. 5 хп мы ему оставили. Серьезно? Понятно. Просто 5 хп, друзья мои. Так. А что нам дает вот это вот дело? А, то есть это мультивыстрел сразу нам дает. И за счет этой штуки мы сможем... Сразу мгновенно фактически... Жесть. Нас тоже сами положили. Ну, игра от фрага до фрага получается у нас с вами какая-то. Угу. 34. Ну, это дело мы уже с вами пробили, все. Ага. Видел. Вау. Окей, пойдемте. Нам с вами надо сюда проникать.
Так, промазали. Ах, пипец. Слишком много их. 10 секунд. Окей. 58. Хорошо. О, еще один. Ну, двоих мы сейчас отрезаем. Нам нужно контролировать дверь. Куда мы с вами прибежали? Это так не работает. Эй. Контролируем мы эту дверь. Нам надо вот это дело. Надо вот это дело теперь. Так, 8 игроков. Так. Ран. Это дело контролируется почти. И это дело, друзья мои, почти контролируется. Нет, это дело нам не надо. Ой. Вот это было хорошо. Хороший пистолет, ладно. Йоу, жесть. Хорошо. Какой-то интересный персонаж у него тоже. Так, пойдемте. Дальше. Надо все это дело по чуть-чуть, но тащить. Defeated. Ну давайте. Еще один человечек, и нас с вами мгновенно зарезает. Надо, наверное, попробовать будет класс поменять. Потому что здесь снайперу не очень место. Наверное. Или мы просто с вами неправильно применяем снайпера. Что тоже... вполне может быть. О, да. Ну или же нет. Или здесь реально нужен какой-нибудь ассальт. Все, сейчас группу всю рез нет. Вот, вот это дело мне уже нравится. Ага. Нате вам гранатку. Жесть. Но здесь только ассаультами-то и надо пробиваться. Или хэви. Снайпера на этой позиции не очень помогут. Так. Вот это дело мне... Ай-яй-яй. Да. Стрельба, конечно, наш с вами оставляет желать лучшего. Но мы пробиваемся. Или уже нет. Но им сейчас там со снайпами сидеть одно удовольствие. Давайте попробуем со снайпой дальше пробивать. Мы, в принципе, можем пробивать здесь их с вершины где-нибудь засесть сейчас подальше.
и пробивать. Ай-яй-яй. Хорошо. Овертайм. Поражение. Не везет нам с вами, друзья мои. Нас этот разбомбили. Ваша миссия провалена. Печально, печально, друзья мои. Так, киллстрайк. Хорошо. Ну, мы сейчас с вами, по сути дела, 4-й уровень должны получить. О, даже 5-й уровень. 5-й уровень мы с вами получаем. Друзья мои, ну, я думаю, на этом моменте мы с вами и закончим. Ну, а если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить ему лайк. Ну и про подписочку на мой канал не забывайте. Всего хорошего.